маленький мальчик купает солнце. Вымытое солнце превращается в бабочку и улетает на небо, чтобы светить. Ребенок прикрывает ладошкой глаза и прищуривается. Облака плывут и не падают. Падает снег. Говорят, он получается из облаков. Но это не важно. Важно, что облака плывут и не падают. А снег — это чудо, если не объяснять, откуда он. А вот стрекоза красивая, а личинки противные. Личинки изучать нельзя. Да нет, это стрекозу нельзя изучать, ведь это она красивая. А еще изучают любовь. А любовь — это снег, который неизвестно откуда берется. А если известно, то это осадки. Вот снежинку можно держать в ладошке и разглядывать. А осадки? Осадки для сельского хозяйства. Любовь, наверное, тоже изучают для сельского хозяйства. Кто знает про бабочек? Те, кто выращивает цветы, остальные знают про гусениц. Они вредят. Нет, они не вредят вовсе, они просто превращаются в тех самых бабочек. Это те другие вредят, которые про гусениц знают. Они, наверное, знают и откуда снег берется. А вот про то, что вымытое солнце превращается в бабочку и улетает на небо, чтобы светить, забыли, и ладошками не прикрываются, а вглубь смотрят.